прошлый раз мы были в одной танцевальной провинции, и нам очень понравилось. Мы решили тут немного задержаться. Вы не против? Ну что ж, тогда начинаем наш танцевальный конкурс, и первыми выходят мэры провинции АБР. Аплодисменты провинции Лимония. Еще. Ну а что у нас там дальше? А у нас дальше, по-моему, земляничная поляна. Давайте их поприветствуем. Давайте крутим. Мы же можем.
расскажет. Но, по-моему, все равно круто было. Очень круто. Давайте покажем своими аплодисментами. Так, а кто дальше, ты знаешь? Ой. Забыла? Забыла. Я тоже забыл. Давай посмотрим. Провинция Гасконья! Встречаем! Однажды у вожатых Гасконии после пятого питания осталась одна вафля. И они начали думать, что же с этой вафлей делать. И решили отдать ее детям. Но что-то в этой истории пошло не так. Разгорелась танцевальная битва. На ринг призывается команда черных. Это было очень круто. Я согласна, но в этот раз я точно помню, кто у нас следующий. Да ладно. Да ладно. Красава. Это Львейс! Встречаем! Аплодисменты! Русские народные танцы самые красивые и уникальные. Девочки, покажите! Yeah.
спорить, а лучше вместе станцуем. Thank you.
Ребят, бурные, бурнейшие аплодисменты! Еще! Вот, другое дело. А сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Тизер к следующему выпуску. Орел и Решка. Мистер и мисс ДРП. Смотрим? Ну, попробуйте. А аплодисменты где тогда? Я кусаю губы, сон, но не
сегодня надо просто быть с тобой рядом. Thank you.
мальчиков или девочек? 100% девочка. Все. Ну ладно. Победила дружба. Мир, дружба, девочка. Так, кто там дальше? А дальше у нас провинция АБР. Тогда давайте их встретим бурными аплодисментами. Так, покажите, как вы умеете. Еще громче. Ну, вот так короче. Yeah.
ветке, на ветку, светки, светки на ветку. Мое сердце птица, у твоей крупной клетки, на ветку, светки, светки на ветку. Твои слова водится. Восхищаясь тем, что вы согласились сюда приехать. Зами. Если хочешь, давай себя навсегда сдавай. Если же не мужчина, то авай-фай. Со мной тебе точно ничего не сварить. Все знаешь, ты сядь, я люблю. Не бойтесь! Всегда! Всегда! Всегда!
Ребят, ну, насколько номер оценим? Нормально? Спасибо. Ну что, по-моему, у нас остался один номер. По-моему, да. И по-моему, самый это... главный. Вожатский номер! Встречаем своих вожатых! Отряд А и арт-группа!